Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесии. Здравствуйте, в студии с новостным блоком Умар Тикеев, и вот некоторые темы. В рейтинге регионов страны Карачаево-Черкесия заняла 4-е место по системе ключевых показателей оценки эффективности реализации молодежной политики за прошлый год. Бесплатные земельные участки получили еще 25 многодетных семей Черкесска. 45 проектов стали победителями конкурса на предоставление грантов «Агростартап». И в станице Зеленчукской завершается строительство малого физкультурно-оздоровительного комплекса. Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с начальником пограничного управления ФСБ России по республике Андреем Самароковым. Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия органов государственной власти региона с погрануправлением в реализации задач, поставленных президентом страны по охране государственной границы и обеспечению реализации пограничного режима на территории республики. Рассмотрели форматы поддержки родственников военнослужащих, выполняющих задачи по охране государственной границы на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции. Механизм взаимодействия социальных служб с семьями военнослужащих в решении различных вопросов республики налажен. Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 10-летний юбилей образования Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесии отметило награждением людей, внесших вклад в развитие туристской отрасли республики. Комментирует информацию министр туризма и курортов Расул Тикеев. Все мы с вами являемся участниками одного большого процесса под названием «Развитие туризма». И, конечно же, признанием нашего труда является рост туристического потока, который на 2022 год составил более 1,9 миллиона туристов. Сегодня благодарим всех тех, кто создает комфортную туристскую среду в Карачаево-Черкесии, меняет отношение людей к отдыху внутри страны и дарит людям массу положительных эмоций. Уверен, наше сотрудничество будет плодотворно развиваться и останется надежным гарантом неизменного движения вперед. Бесплатные земельные участки получили еще 25 многодетных семей Черкесска. Это первая в этом году церемония вручения семьям с тремя и более детьми документов на бесплатные земельные участки. Их распределение, как и раньше, проводилось путем открытой жеребьевки. С 2012 года участки под индивидуальное жилищное строительство получили 770 многодетных семей Черкесска. Из них 148 были предоставлены в прошлом году. 14 апреля во Дворце культуры Черкесска пройдет ярмарка вакансий. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях, подготовке по интересующим его направлениям, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Ярмарка интересна и работодателям. Участие в ней уже подтвердили практически все крупные компании республики. Их представители на месте проведут первичное собеседование. К участию в ярмарке приглашаются старшеклассники и их родители. Ведь здесь представят вузы и СУЗы, которые готовят специалистов по востребованным профессиям. Подробности сообщил начальник управления службы занятости Карачаево-Черкесии Хизир Кумоков. По поручению Министерства труда Российской Федерации при активном участии партии «Единая Россия» служба занятости планируется провести всероссийскую ярмарку вакансий «Время возможностей работы в России». Ярмарка будет проходить два этапа. Первый этап состоится 14 апреля, региональный, и второй этап федеральный в июне этого года. Будут созданы на ярмарке 6 площадок, будут круглые столы. Для старшеклассников проведены профориентационные мероприятия, образовательные учреждения представят свои списки специальностей, а в свою очередь работодатели республики представят огромный выбор своих вакансий. Приглашаем промышленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия, предприятия в сфере туризма. Для участия в ярмарке придется зарегистрироваться предприятием на портале «Работа в России», подать заявку
в органы службы занятости и зарегистрировать, в свою очередь, свои вакансии. Так, кроме этого, приглашаются граждане, находящиеся в поиске работы, выпускники образовательных учреждений. В региональном Минсельхозе подвели итоги конкурса на предоставление грантов «Агростартап». Общее количество заявителей составило 89 граждан, из числа которых 14 не допущены к конкурсу в связи с несоответствием предоставленных документов установленным к ним требованиям. Отобрано 45 проектов на получение гранта на сумму 68 миллионов рублей. За счет полученной поддержки победители смогут оплатить до 90% затрат, предусмотренных бизнес-планами. Министерством образования и науки Республики совместно с Карачаево-Черкесским Республиканским институтом повышения квалификации работников образования был организован и проведен первый региональный форум организаторов отдыха и оздоровления детей «Лето без границ». Мероприятие призвано консолидировать усилия всех профильных ведомств и выработать единый подход в связи с изменениями в концепции организации летней оздоровительной кампании. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Республики Лейла Атаева. Успех реализации летней оздоровительной кампании зависит во многом от качественного состава персонала, который задействован в летних оздоровительных и пришкольных лагерях. И качество подготовки наших специалистов в этом году этому качеству будет уделено огромное внимание. Мы переводим из дистанционного в очно-заочный формат обучения всех категорий, задействованных в летней оздоровительной кампании. В рейтинге регионов России Карачаево-Черкесия заняла 4-е место по системе ключевых показателей оценки эффективности реализации молодежной политики за 2022 год. Результаты объявлены руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой на расширенной коллегии Федерального агентства по делам молодежи, которая проходила под председательством заместителя председателя правительства страны Татьяны Голиковой. Мониторинг оценивался по 142 критериям. Карачаево-Черкесия стала участницей 5 из 6 программ Федерального агентства по делам молодежи. В Черкесске в Доме печати состоялась презентация сразу 6 книг писателей и поэтов Карачаево-Черкесии. Издания вышли в свет по инициативе и при поддержке Министерства по делам национальностей и массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии, а также Карачаево-Черкесского книжного издательства. Это романы, стихи, повести и переводы наших писателей Риммы и Магомета Утимисовых, Ольги Михайловой, Суина Капаева, Вжука Тхагапсова, Татьяны Ченкаевой и нашего коллеги Хаджисмеля Джибекова. По словам заместителя министра по делам национальности и массовым коммуникациям и печати Ислама Хубиева, презентация стала одним из крупнейших культурных событий в регионе с начала года. Конечно же, для нашей республики это великое событие, когда выходит одна книга. А здесь их 6, и каждую книгу мы ждали. И сегодня для нас всех это знаковое событие, это праздник, когда входит в свет новая книга наших известных авторов. Большая честь, конечно, присутствовать на таком мероприятии, говорить с авторами книг. И как один великий поэт говорил, я всего лишь делюсь своим настроением, и поэтому получаются такие хорошие стихотворения. Книга ведь рождается несколько раз. Она сначала рождается в голове человека, потом она рождается после того, как ее напишет автор, а уже третий раз, когда люди прочитают и дадут оценку. На самом деле это такое волнительное событие, прежде всего для самих авторов. Мы в ожидании, как читатели, всегда хотим узнать, о чем же поведал нам автор в своих произведениях. Поэтому я всех вас поздравляю с этим знаменательным днем. Хочу пожелать и книжному издательству, и нашему министерству, чтобы у нас выходили книги больше, и многих наших авторов узнали за пределами нашей республики, да и за пределами нашей страны. Почему необходимо поторопиться и зарегистрировать, наконец, свое имущество в Росреестре? Для чего нужны эскроу-счета в банках? Как закон защищает дольщиков от недобросовестных застройщиков и для чего он скрыл персональные данные собственников недвижимости? На эти и другие вопросы журналистам ответили специалисты управления Росреестра по Карачаево-Черкесии, где прошла пресс-конференция. Комментирует информацию начальник отдела государственной регистрации в электронном виде управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Мусам
Микитов. Его дополнила начальник отдела государственной регистрации недвижимости Росреестра Тамара Казбекова. Что необходимо сделать гражданам? Необходимо просто обратиться в многофункциональный центр оказания государственных муниципальных услуг с документом, удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим, что этот объект принадлежит ему на праве собственности. В основном это у нас идут, если это земельный участок, это старое свидетельство, форма 92-го образец, либо договора на передачу, либо договора купли-продажи, которые были заверены БТИ. Еще один положительный момент, для чего эти эскроу счета, что эти деньги, на них не распространяется действие закона об исполнительном производстве, то есть не накладываются обеспечительные меры. Нельзя, допустим, арестовать этот счет. Республиканское отделение социального фонда назначило специальную социальную выплату более 3300 медицинских работников Карачаево-Черкесии на общую сумму около 50 миллионов рублей. Новая мера поддержки, установленная правительством страны с января этого года, уже активно перечисляется специалистам здравоохранения во всех регионах России, в том числе и в новых субъектах. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. В станице Зеленчукской завершается строительство малого физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по улице Советской. Это один из трех типовых объектов, которые начали возводить в юбилейный год Карачаево-Черкесии, плюс физкультурно-оздоровительные комплексы в Учкулане и Саратюзе. Спорткомплекс площадью до 1000 квадратных метров состоит из двух этажей, где будут оборудованы два зала. Универсальный размером 24 на 15 метров, а также тренажерный. На данном этапе проведены коммуникации, ведутся отделочные работы и обустраивается прилегающая территория, на которой будут размещены лавочки и высажены туи. Работа завершится в мае этого года. В поселке Рожка Урупского района обнаружен и уничтожен снаряд времен Великой Отечественной войны. Обратившийся в правоохранительные органы мужчина рассказал, что во время чистки источной канавы в 5 метрах от его домовладения был обнаружен ржавый металлический предмет, внешне похожий на боеприпас. Специалисты Росгвардии, осмотрев предмет, установили, что это авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Снаряд транспортировали на расстояние от населенного пункта и уничтожили. На курорте Эльбрус прошли межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту Кубок Северокавказского федерального округа, в которых приняли участие 60 лучших учеников спортивных школ Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Нашу республику представляли ребята из спортивной школы по зимним видам спорта. В результате упорной борьбы они завоевали 13 медалей различного достоинства. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода. В горах местами небольшой снег. Ветер западный с переходом днем на восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 8, в горах местами до плюс 1. В горах Карачаево-Черкесии свыше 2000 метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесске без существенных осадков, ветер западный с переходом на восточный. Точный 6-11 метров в секунду. Утром на дорогах местами гололедица. А столбик термометра поднимется до 8 градусов. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-86-52-24-99-51. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Текеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.